Вітаю вас в ефірі програма «Чим живе область» і я представляю вам гостей нашої студії. Сьогодні до нас завітали начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Євген Гладков. Добрий вечір. Та заступник начальника Миколаївського обласного управління Державного ощадного банку України Ліна Антоненко. Добрий вечір. Вітаю вас. Євгеній Леонідович, ну, наверное, первый вопрос к вам. Вы начальник профильного управления жилищно-коммунального хозяйства. Мы находимся на пороге отопительного сезона. Скорее всего, сезон тут будет непростой, как бы много об этом говорится. Условия у нас сейчас достаточно сложные, и экономические, и другие. С чем подходим к отопительному сезону? Как готова сфера жилищно-коммунального хозяйства? Спасибо. Понятно все. Спасибо, Лена, за предоставленную возможность встретиться в этой студии, довести до наших граждан Николаевской области, что в целом практически закончена подготовка и жилого фонда, и объектов теплоэнергетики к отопительному сезону. Конечно, есть отдельные объекты, на которых работы еще продолжаются. В область привлечен значительный финансовый ресурс Государственного фонда регионального развития, поэтому на некоторых объектах работы продолжаются. Безусловно же, что этот отопительный сезон будет непростым и для производителей услуг, для исполнителей услуг и для нашего населения, потому что все мы понимаем, что и подросли тарифы на энергоносители. Поэтому вот основной аспект вот нашей встречи я все-таки хотел бы посвятить тем мероприятиям, которые мы сделали и которые, может быть, еще успеем сделать к началу отопительного сезона. Вкратце остановлюсь, что всеми нашими теплоснабжающими предприятиями по механизму утвержденных инвестиционных программ выполнялись работы, в том числе на нашем областном предприятии Николаев Облтеплоэнерго. И здесь я должен отметить, что специфика вот программы инвестиционной этого года была связана с тем, что все-таки при участии руководства администрации нам удалось включить в состав тех мероприятий по основному предприятию такое мероприятие, как установка приборов учета в жилом фонде. И это мы понимаем, что одно из важных мероприятий, потому что в первую очередь мы должны обеспечить социально справедливые расчеты нашего населения за те предоставленные услуги. Вот, в принципе, по двум базовым предприятиям Николаев Облтеплоэнерго, Николаевская ТЭЦ, предполагается к началу отопительного сезона выставить порядка 147 приборов учета в жилом фонде, в многоквартирном жилом фонде. Конечно же, в первую очередь посвящаются эти задачи жилому фонду, который выше 5 этажей, хотя вот значительный поток обращений граждан приходит и к нам с целью помочь установке прибора учета. Я сразу хочу сказать, что если даже мы в полном объеме не выполним эту задачу в этом году, то по стратегической линии вот и кабинета министров правительства эту работу должны завершить к началу следующего отопительного сезона, то бишь 16-18 годов. Ну, и если так говорить, в 16 году. Поэтому не переживайте, но я должен сказать, что вот и в этом направлении Николаевский горисполком и городской совет подошел нормально и тоже значительные ресурсы выделил как на ремонт приборов учета, так и на установку новых. Это порядка, ну, уже можно говорить, порядка даже 7 миллионов гривен, которые направляются именно на эти мероприятия. Это позволит ни много ни мало, но по нашим прогнозным расчетам, вот, выйти на показатель порядка 80% учета тепловой энергии по показателю отапливаемой площади. Мы все понимаем, что в многоквартирном доме эта площадь значительно, чем, скажем, в двухквартирном и так далее, поэтому основные вот усилия направлены на выполнение этих мероприятий. В то же время идут те небезотлагательные работы, которые связаны и с модернизацией горелочных устройств, котельных, восстановлением тепловой изоляции. Это тоже важная работа. Мы не должны потерять тот ценный и дорогой энергетический ресурс. То есть в этом направлении движемся. Но мы все понимаем, что вот как бы и аналитики, и ученые говорят о том, что добиться там сокращения в коммунальной энергетике можно, но это достижение будет в экономии, скажем так, природного газа достаточно незначительное, скажем так, 10% вот в таких пределах, потому что
именно на котельных, на тепловых сетях эти работы традиционно велись не одно, скажем, даже десятилетие. Я вот забегу вперед. Наше предприятие, как многие знают, будет участвовать в проекте Мирового банка по модернизации систем теплоснабжения. Вот в частности, на следующий год уже нарабатывается проектная документация. Одно из таких важных мероприятий – это будет замена тепловых сетей на предварительно изолированные трубы, и ни много ни мало вот, планируется реализовать порядка перекладку замены тепловых сетей порядка 30 километров. Это как где? Бы в будущем, да, области? Это на территории города Николаева. На территории города Николаева. То есть это будет направлено еще на сокращение потерь при транспортировке тепловой энергии, хотя они у нас и даже на сегодняшний момент, по опыту даже прошлых лет, они находятся в пределах тех нормативных потерь, то есть до 10%. Но огромный ресурс энергосбережения у нас находится, в призме и в условиях эксплуатации жилищного фонда. В целом, если по области говорить, с учетом частных домов и так далее, вот у нас насчитывается порядка 25 миллионов квадратных метров жилья, ну и условно половина из них в многоквартирном жилом фонде. Поэтому вот специалисты говорят, что от 40 до 60% при выполнении нормальных энергосберегающих мероприятий можно это выполнить, достичь таких вот показателей. Специфика тут у нас еще связана с тем, что в 2015 году принят Верховной Радой закон об особенностях права собственности в многоквартирном доме. Многие, наверное, с ним знакомились, и акцент делается в этом законе на повышение активности именно конкретного собственника жилья в соблюдении условий его эксплуатации, в том числе по признаку энергоэффективности. В текущем году принято ряд постановлений Кабинета министров, вот начиная с апреля месяца. 8 числа были приняты 231 постановление Кабинета министров, которое, скажем так, вот даже в таком новаторском варианте впервые предложило населению участвовать в государственной программе на условиях и личного софинансирования в этом плане. И в августе этого года расширил на спектр мероприятий, которые могут выполняться в жилом фонде с привлечением кредитных ресурсов, в частности, трех наших, государственных банков, где контрольный пакет государства. Это Государственный ощадный банк Украины, вот региональное отделение которого представляет Лина Михайловна, наш собеседник. Также участвует в этой программе Укргазбанк и Укрэксимбанк. Я так думаю, вот целесообразно передать Лине Михайловне, она скажет про направления, на которые можно привлечь эти ресурсы и вот определенные условия. Я сразу хочу сказать, что вот в августе месяце существенно государство повернулось лицом, скажем так, к наиболее незащищенному населению, и на сегодняшний момент вот государство возмещает из бюджета государственного до 70% стоимости оборудования и материалов именно тем жителям, гражданам, которые получают и оформили у нас субсидии. Я думаю, Лина Михайловна может нам подробнее рассказать, как именно эту помощь государства, вот такую значительную финансовую помощь, можно получить, что нужно делать, кому обращаться, для кого работают вообще эти программы. Государственная программа разработана как для физических лиц, так и для объединений совладельцев многоквартирных домов, то, о чем уже было сказано. Программа имеет три направления. Это и реализуется она путем возмещения части кредита. Кредиты на покупку котлов альтернативных газовым, по ним возмещается 20% от суммы полученного кредита. Если люди решили утеплить дом, заменить радиаторы, приобрести счетчики, заменить окна, купить солнечные коллектора, водяные насосы, список очень большой, он утвержден Держэнергоэффективности, и есть на сайте как Ощадного банка, так и на сайте агентства. В принципе, информация доступная, публичная, ее можно везде найти. По таким кредитам на покупку энергоэффективного оборудования и материалов возмещается 30% от суммы полученного кредита.
Как уже было сказано, расширена эта программа для субсидиантов. То есть люди, которые получают субсидию, они могут получить 70% компенсации от суммы полученного кредита. Кроме того, жители многоквартирных домов, они также могут воспользоваться кредитом как физические лица, заменить окна у себя в квартире, поставить радиаторы новые, поставить счетчики, заменить балконные двери. Но при этом следует учесть, что достичь именно эффекта и достичь экономии коммунальных расходов в многоквартирном доме можно только путем объединения с собственниками других квартир. Для этого и существует государственная программа энергоэффективности, разработанная для ОСМД. Там специальные какие-то условия? Да, сейчас об условиях я остановлюсь. Хотела сказать, что сама государственная программа подразумевает возмещение 40% от суммы полученного кредита для ОСМД как юридического лица. Здесь касается утепления дома полностью многоэтажного, замена окон в подъездах, замена электропроводки в местах общего пользования, установление индивидуальных тепловых пунктов, счетчиков. Тоже спектр очень большой, но он касается в целом дома. Для того, чтобы получить этот кредит и вообще получить компенсацию, что касается, консультацию, что касается данного вопроса, можно обратиться в любое отделение Ощадного банка в городе Николаеве. Это наше областное управление, Херсонское шоссе 50, городское отделение Ощадного банка, Космонавтов 55 и любое другое отделение, которое есть по городу, которое удобно для наших жителей, кто рядом живет. В городе 45 отделений банка, поэтому в любое можно обратиться, получить консультацию. На каких условиях вот дают эти кредиты? Что нужно? Какие-то документы специальные? Шесть простых шагов делаются как физическим лицом, так и ОСМД для получения данного кредита. Первое – это надо определиться с видом энергоэффективных мероприятий, которые вы хотите совершить. То есть, другими словами, выбрать товар. Или это котел, или это утепление, или это счетчики, окна и так далее. Обратиться в банк, подать пакет документов, получить согласие от банка на получение кредита, внести первоначальный взнос, это 10% от стоимости вашего товара или оборудования, или котла, получить в банке кредит, который проплачивается непосредственно на счет продавца. И шестой шаг – это дождаться компенсации своих 20, 30, 40 или 70% для субсидиантов. Лена Михайловна, вы сказали выбрать вот вид услуг, вид энергосберегающих технологий. Как это сделать? Кто может помочь нашим жителям сориентироваться? Потому что спектр, ну, на самом деле достаточно широкий таких разных методов. Кому обращаться? Кто такие услуги? Ну, вот давайте будем смотреть и акцент сделаем на чем. Вот, действующая программа позволяет привлечь кредитные ресурсы, получить возмещение из государственного бюджета на установку как общедомового прибора учета тепловой энергии. Это актуально для ОСББ, для людей, которые жилищно-строительных кооперативов, которые объединились. Эта программа позволяет установить индивидуальные многотарифные счетчики в частном доме, в электроэнергии, в квартире и также счетчики общедомовые по воде. Вот это первое, что мы должны как бы понимать, что мы должны сделать, потому что мы в отношениях между поставщиком услуг должны понимать о конкретно полученных объемах тех или иных услуг. Мы понимаем, что у нас еще, мы немножко остановимся, есть инвестиционная программа нашего Николаевгаза, она также продолжается. В принципе, те подходы и те задачи, которые были поставлены по обеспечению комплексного учета газа, ну, имеется в виду, где индивидуальный газовый котел, где плита, выполнены на 100%, но тем не менее дальше эта программа также продолжается. Есть определенный финансовый ресурс, где Николаевгаз будет продолжать ставить приборы учета за счет своих собственных средств в жилом фонде, ну, разного типа. То есть по электроэнергии
электроэнергии мы уже как бы понимаем, что у нас практически на 100% эта задача выполнена. Теперь в чем как бы вот особенность и так далее. Мы прекрасно понимаем, что вот существующая банковская финансово-кредитная система, ну она напряженно, это звучит и признается как бы всеми аналитиками. Процент мы тоже можем открыто и сказать, задекларировать. Если для физических лиц кредитование происходит на условиях 20%, то для ОСББ порядка 23%, то есть тут преференции есть уже в этом плане. Но необходимо сказать, что уже на сегодняшний момент, несмотря на все эти, возможно, определенные проблемные моменты, как для получателя кредита, у нас в области порядка 570 таких вот собственников жилья изъявили это желание, оформили договорные отношения с банком, а это ни много ни мало 7 миллионов гривен уже привлекли. Что, понимая это, мы планируем сделать? Вот на сегодняшний момент разрабатывается программа региональная, мы начнем с региональной программы, где рекомендуем и городским советам депутатов, скажем так, базового уровня принять соответствующие программы, чтобы помочь нашему населению именно в вопросе частичного возмещения процентных ставок по кредитам. Я не буду забегать вперед, я так думаю, когда мы ее примем официально там на уровне областного совета, мы это все озвучим и еще раз, наверное, встретимся и проговорим эту тематику, но тем не менее между главой Миколаївської обласної адміністрації Америком Вадимом Івановичем, головою обласної ради Лустою Володимиром Вікторовичем, міським головою Гранатуром Юрієм Ісаєвичем і головою Держенергоефективності підписаний меморандум, я уже на украинский перешел, про сотрудничество. И мы в этом направлении двигаемся. Я думаю, что вот, тем не менее, у нас еще остается, скажем так, по-хорошему для нашей Южной области еще полтора месяца. Вполне возможно, до начала отопительного сезона еще ряд важных мероприятий мы можем сделать. Поэтому все наши три банковские установы готовы к сотрудничеству. И вот как бы обращаемся к людям в этом направлении активно. Действительно, те условия, которые они вот прописаны, очень и очень выгодны. Вот я немножко возвращусь к теме вот компенсаций государственных по оплате жилищно-коммунальных услуг. Мы наблюдаем и видим, и вот с участием наших энергоснабжающих организаций мы уже дважды в адрес всех наших абонентов направили образцы заявления, которые необходимо оформить для получения субсидии. Вот только по результатам 7 месяцев мы ту официальную аналитику видим. У нас, конечно, число и субсидиантов, и объем субсидий возрастает, практически возрос уже более чем 4 раза. К началу отопительного сезона это будет еще больше, поэтому вот именно вот возрастающее количество людей, которые получили возможность воспользоваться субсидиями, наверняка должны воспользоваться и этой уникальной возможностью, которая предоставлена со стороны государства. Лина Михайловна, вот с наступлением, с приближением отопительного сезона, можете ли вы говорить со своей стороны об какой-то активизации как бы наших жителей, что люди стали обращаться больше, стали задумываться о том, что уже, собственно, вот осень на дворе? Однозначно. Это связано и с приближением отопительного сезона, и связано с популяризацией данной государственной программы. То есть больше людей узнает о ней. На сегодня мы ездим по всей области, реализуется план Держэнергоэффективности по проведению совещаний на базе всех райдержадминистраций. Поэтому всех приглашаем туда желающих, потому что там присутствуют не только банки, не только представители власти, но присутствуют и партнеры, которые могут вам детально рассказать об эффекте от утепления, от замены котла, от замены окон, от всех мероприятий по энергоэффективности. Поэтому люди обращаются, как было уже сказано, по области выдано более 500 кредитов, в целом по Украине выдано 25 тысяч таких кредитов. Это свидетельствует о том, что эта программа работает, что она интересна, и люди получают компенсацию, тем самым увеличивается спрос на этот кредит, потому что люди верят в то, что
будет компенсация, это первое. Во-вторых, основная цель этой программы – это достижение энергетической независимости нашей страны. И второе – это сократить нагрузку на каждую семью по уплате коммунальных платежей в ближайшем сезоне. Спасибо, Евгений Леонидович. Если вернуться к теме энергосбережения, энергоэффективности, какие методы вот, вы считаете наиболее эффективными? Ну, с приборами учета мы уже более-менее разобрались, прибор учета ставить надо. Какие методы утепления, там, санации, что нужно? Вы очень правильно говорите, все это понятно, и я так понимаю, что и люди ж наши разбираются в этих вопросах, наверное, уже не хуже нас. Вы спрашивали о производителях. Производители также представлены. Вот со стороны как бы банка, ну, нет препятствий, я же так понимаю. То есть человек сам идет на рынок спроса и предложения, естественно, сам надо брать. Сам выбирает? Конечно, сам выбирает, то есть он ищет там, где дешевле, где качественнее. Естественно, что надо ориентироваться, чтобы продукция была сертифицирована. Конечно же, добиться результата вот тех, которые я говорю, там, сократить энергопотребление в жилом доме на 40-60%, это можно только комплексно. Утеплив кровлю, утеплив фасад жилого дома. И вот почему предлагается более занять активную позицию объединением, потому что, вот вы же понимаете, как мы будем в индивидуально взятой квартире утеплять внешние стены? Мы уже имеем примеры. То есть у нас есть элемент, мы пока не препятствуем, но в Украине уже есть примеры, которые говорят, что вот ты самостоятельно сделал, нарушил архитектурную целостность, и это плохо. Ну да, это действительно плохо. И вот программа предлагает объединение. Если вы договорились утеплить жилой дом, да, это возможно. Даже там суммы же такие, которые доходят до 3 миллионов гривен, то есть можно брать и так далее. Но это будет уже архитектурно выполненный, законченный объект. То, что теплоизоляционные материалы, вот мы говорим, кровля, внешние стены, подъезд мы утеплили, окна поменяли в подъездах, в квартирах и так далее, что дает эта программа, тогда мы реально можем говорить о том, что мы снизили какое-то энергопотребление, добились реального результата. В первую очередь в удельном сокращении. А ведь не секрет, что ну, и не только в жилом фонде, скажем так, в Украине, а в целом, ну, это наследие, скажем, наше, это наша история, но тем не менее сохраняется такая тенденция достаточно высоких удельных норм и на обогрев, да и в принципе и на водоснабжение, вот, и в принципе вот все наши программы развития, они как раз направлены на сокращение удельного потребления энергоресурсов, то ли на выработку одной гигакалории, то ли на подачу одного кубического метра. Поэтому поэтапно, но тем не менее к этим вопросам надо подходить и приближаться. Такое понятие, как энергоаудит, насколько оно у нас сейчас актуально вот в нашей области, в городе, насколько распространено это явление, что это такое? Это великолепное мероприятие, ну, как любая работа, это, конечно же, стоит, имеет свою стоимость, но у нас достаточно нормально представлены компании, которые могут провести эту работу, которые имеют соответствующее оборудование, и есть специалисты на базе нашего национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, работает группа, которая помогала нам в разработке программы энергоэффективности. Есть у нас и архитектурно-планировочное бюро областное, которое также в состоянии выполнить работу. Это то, что я пока еще называю государственной. Естественно, что представлен этот рынок и частными предпринимателями. Когда провел в доме комплексный энергетический аудит, ты понимаешь свои узкие места. Понятно же, даже не проводя его, мы понимаем, что если окно стоит старой конструкции, то его, наверное, надо менять. И вот особенность этой программы, вот я должен заострить внимание зрителей, что не просто окно, а энергосберегающее окно, оно уже должно иметь не одну прослойку воздушную, а две. То есть вот здесь вот банк эти вопросы будет контролировать и по спецификации оборудования и так далее. Но если уже заниматься этой работой, то просто какой-то дешевой продукции, неэффективной, ну нет смысла подходить. То есть стеклопакеты надо действительно ставить энергосберегающие, которые дадут эффект. Если вернуться все-таки к теме вот наступления отопительного сезона, готовности, вы сказали, там, ну, оборудование, что у нас с сетями, что с оборудованием? Буквально сегодня я вот разговаривал с руководителем, директором нашего областного коммунального предприятия «Теплоэнерго». Они уже по состоянию вот на вторую половину
с сентября декларируют практически о полной готовности. Мы проводим сейчас буквально на каждой неделе такие вот кустовые совещания с районами области. И можно сказать, что практически на 97-98% в количественном выражении этих объектов мы подготовлены. Вот темпы подготовки, они не отличаются, может быть, даже в некоторых моментах лучше прошлогодних показателей. Поэтому я думаю, что на 1 октября мы выйдем с нормальной готовностью и будем готовы начать отопительный сезон. Есть ли какие-то сроки уже определены или это от погоды будет зависеть? Ну, давайте обратим внимание, опять напомним нашим жителям, что отопительный сезон в области, как и в целом по Украине, начинается при температуре наружного воздуха плюс 3 градуса, плюс 8 градусов и ниже на протяжении 3 суток, я извиняюсь. Будем следить за этими показателями, поэтому, выдержав их, органы самоуправления будут принимать соответствующие решения о начале. Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы ответили на все наши вопросы, за интересную беседу. К сожалению, наша программа ограничена во времени. Спасибо вам. Спасибо. А я нагадую, спасибо, що в ефірі була програма «Чим живе область». Побачимось в ефірі.